Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Том и Джерри. Битва за сыр». Старт! Ну что же, мы попали с тобой в обучение. Можно пропустить, конечно, это все дело, но я хочу понять, что здесь нужно делать. Играем мы, судя по всему, за Джерри, а может быть за Тома. Ага, значит, есть у нас бег. Колотушка какая-то. В общем, сейчас мы это все проверим. Жми сюда. Ага, понял. Жму. Мы бежим с тобой. Так, дальше мне говорят, нажми на прыжок, чтобы перепрыгнуть. Это вот эта кнопка у нас. Ага, вот я могу так перепрыгивать. Теперь с разбега. Ну, это, ребят, понятное дело. Что тут у нас дальше? Игра не на русском языке, но все равно все понятно. Нажать сюда. То есть это подобрать сыр. И идти с этим сыром непонятно куда. А-а-а! В норку, да? Мы, короче, этот сыр должны затащить еще и в норку. Понятно, это, видимо, тратит определенное количество времени, да? Получилось. Так, ну что же. Все отлично, у нас с тобой появляется новый скилл. Колотушка. Также у нас есть с тобой карта, вот она. Вот показан, где сыр. Значит, нам нужно двигаться с тобой дальше. Так, тут что, надо перепрыгнуть, что ли? Нет, просто спускаемся с тобой вниз. А сыр у нас находится на нижнем этаже, да? Так, здесь надо открыть еще двери. Вот оно как. Стоп. А, наверх. Ну, хорошо, давай поднимемся. А вот, кстати, и сыр. Так, ну что, берем его. И побежали с этим сыром опять к своей норке. Ну, давай. Заталкивай. О, друзья мои, пока мы заталкивали, пришел Том. То есть застал нас врасплох, а? Ну, мы, естественно, даем драпу. А что еще делать? Так, подожди, а что? Что? На, колотушка. Получил так. А куда теперь нам идти? Так, надо Джерри, говорят, убежать. Ага. Я так понимаю, первое обучение у нас пройдено. Ну что ж, давай смотреть, что дальше. Мы получили с тобой 50 голды. Я не знаю, зачем здесь нужны деньги. Но, видимо, для чего-то в дальнейшем нам пригодятся. Так, оу. Типа мы убежали, все отлично. Ну, этот, как всегда, у нас голодный племяш. Так, Таффи. А что, мы теперь будем играть за Таффи? Или как-то помогать? Я не знаю, ребята, сейчас проверим. Так. Самолетик, естественно. Упс. Оу. Да они сюда всех собрали. Всех мышат. Слушай, у меня такое ощущение, что мы сейчас будем этого Тома так дурить. По-черному. Играя, ребята, на мобильное устройство. Чтобы не было потом вопросов. А есть она, нету. Короче, контролер. Ага, вот контролер. То есть это получается у нас... Схавал. Какой-то робот. Мышь-робот. Так, ладно, мне нужно двигаться куда-то наверх. Ёлки-палки, а это что такое? Это можно как-то использовать? Воу, прыгает наш робот. Значит, мы с тобой пойдем наверх. Опа, еще. А могу ли я этот кусок сыра взять? В плане? Куда это он телепортировался? Так, теперь мы играем за Джерри. То есть Джерри... Робот сделал разведку, а Джерри уже, как говорится, тырит. И нам нужно это быстро-быстро сделать. Так, давай. Засовывай этот сыр. Причем, когда он засовывает сыр, он ничего не может сделать, ребят. Ага. Типа, у нас все получилось. Я надеюсь, тот... Обжорка-то... Что такое? А что? А, мы боимся. Кто-то за нами идет, что ли? Так, поднять. У меня паника написана, да? Так, мы запустили с тобой... А, спасти надо его. Давай, быстрее освобождай. А как он умудрился попасть сюда? Я не понял юмора. А, спасли. А так бы он на этой ракете полетел бы. Естественно, это петарда, он бы там взорвался бы. Спасибо, Джерри, говорит Таффи. Это ты лучший. Так. Что опять тут придумали? Что? Что за баррикада? Ну, возьмем шарик. Ух, ё-моё, что-то я тут разбил, и мне нужно зайти сюда? Ладно, зайдем.
Отдыхают тут все. Тут какой-то, видишь, у нас Джерри пират. Это что, Робин Гуд, что ли, ё-моё? Так, ну что, мы очередное с тобой обучение прошли. Немножко вот с этим обучением я не понял. Не, я понял, что есть у нас какая-то мышка-робот, которая может делать разведку. Так, ну что, стартуем, ребята, стартуем. Так, нас поздравляют. Мы прошли с тобой обучение. А, тут можно на джойстик поставить, а можно на кнопки. Да, понятно. Свободная атака. Тут смотри, какие-то еще поцелуйчики можно делать. Ну, я не знаю, какую оставить. Вот эту, наверное, да? Стандартное управление или упрощенное? Фиг его знает. Давай вот это вот оставим. Классика. Тут есть паркур, казуалочка, на ранге и тренировка. Ну, давай классику, ребят, классику начнем. Лежат, читают книгу. А, выберите характер, за кого будете играть. То есть я могу играть и за Тома, а могу играть и за Джерри. Верно? Ха, давай за кота сыграем. Да, соглашаюсь. Так, что тут опять? Продвинутое обучение. Да что ж тебе так... Ну, давай продвинутое обучение. Это, то есть, мы теперь за Тома, да, должны пройти. Ладно, давай пойдем за Тома. Выберите характер. А это все покупается либо за монеты, либо за гемы. А может быть, и за то, и за другое. Но персонажа тут хватает. Так, подожди, а я никого не могу взять. Вообще никого. У меня не хватает. Так, в магазине звездочка какая-то. Дружественный мешок. Так, перк. Очки перков. Понятно. Так, а можно как-то выйти отсюда? Note complete, note complete. Так, подожди, вот здесь вот как-то нужно что-то сделать, друзья мои. Что я не так делаю в этом... магазине. А, не надо было в магазин, просто надо было пропустить. То есть тебе предложили что-то купить, я, естественно, отказался. И вот теперь мы идем уже в саму игру. Играем, я так понимаю, за Тома. Ну что там опять произошло? Ага. Джерри, как всегда, наверное, тут бьет вазы. Ну, естественно, конечно же, кто же виноват? Том? Этот еще... подначивает. В общем, друзья мои, давайте смотреть, что умеет у нас делать Том. Ну все, 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 хорош, поболтали и будет. Да, то же самое, стандартное управление. Так, что у нас делает Том? Короче, ну тоже может прыгать, я понял. Также может перепрыгивать. Окей. Схватить. А, мы не схватим. Что ты? Спасите, говорит, за мной гонится кот. Так, кэч. Поймали, да, типа? Джерри, бедняжка, просит о пощаде. Почему меня учат и Джоан, и этот кошара, а? Так, ну и куда я должен идти? Вниз, предположим, да? А, привязать к ракете его еще? Типа избавиться? Ну? Так, 40 секунд. На что-то там у нас есть. Что я должен сделать? Давай быстрее это все. Ать, смотри-ка, вышел помощничек. Захмутали. Так, надо ловить. Слушай, видишь, тут откат, ребята, есть. То есть ты сразу не можешь поймать. Опа-на. Все. Так, нам показывают на карте. Еще есть одна ракета. Ну что же, пойдем к ней. Бумс. Открыли. Так, мы идем с тобой ко второй ракете. И здесь должны привязать мышонка. Предположим, это мы с тобой сделали. И что же дальше? А дальше мы с тобой отдыхаем. Просто балдеем, потому что мы избавились от мышек. И нам еще и вкусняшку принесли. То есть, друзья мои, как бы играть, я так понимаю, мы будем... против других игроков. То есть кто-то выбирает Тома, а кто-то будет играть за мышей. Судя по всему, так. Не уверен, конечно, но мне кажется, так. Или же против компьютера, да? Так, что у нас тут? Награды.
1000 серебряных монет я заработал. Окей. Закрываем это все дело. Так, новый какой-то ивент начался. Так, стример. Причем все это. Окей. Так, в плане, мы еще базовую не прошли. Нам еще вот это надо, да? Судя по всему. Ну ладно, давай, поехали. Посмотрим, что здесь нам покажут. Так, опять это, да? Ну хватит, хватит уже там бубнить. Подожди-ка, я что, играю за Джерри? Ну-ка. Ага, мы можем с тобой бросаться фруктами. Разбивать что-то. Типа новые ворота или что это такое? Так. Так, не хватает. Можно еще что-то сделать? Странно. А, понял. Петарду туда, правильно. Пускай взорвется. И с шариками. И блюдцев. Есть, разбил. Ага, прибежал Том. По башке мне дал. На тебе. Убегаем, убегаем, убегаем. Прыгаем. А он за мной бежит по пятам. Ну-ка, на. Что я сделал? То есть, я думал, что мне нужно его подбить, а на самом деле надо было всего лишь убежать вот в эту нору. Хорошо. Так, осталась последняя у нас здесь с тобой обучалочка. И это какая-то базовая, да, обучение. Еще есть там эксперт. Ты прикинь? Так, это нам показывает, как обустроена квартира. Ага, так. Это робот-мышь. А мы с тобой что должны сделать? Подбить. Мы его можем подбить, просто-напросто уничтожить. Получили с тобой левел ап. Бежим далее. Так, секунду, тут у нас... Зачем я это сделал? Объясни-ка мне на милость. Устанавливаем с тобой ловушку. Прямо перед выходом из норки, да? Опачки, попалась. Ну, естественно, хватать. Конечно же. Блин, ну как долго, а? Как долго у тебя идет? Так, теперь схватили. Привязать, да? Привязать к ракете. Ну, это понятное дело, ребят. Все. Так, у нас с тобой какой-то новый перк появился. Новый перк появился, и я не успел, ребята, его заюзать, как у нас обучение закончено. То есть в данный момент просто показали, как я могу использовать мышеловку. То есть мышеловку использовал, все. Теперь что? Ё-моё. Эксперт обучения. Ну хорошо, давай, по крайней мере здесь уже награда достойна. Да, играем мы с тобой за Джерри, судя по всему. Было бы на русском, было бы вообще великолепно. Так, а вот оно что, мы с тобой можем... Мы можем брать с тобой шарики. Вот мы его подобрали. И выбираем, как они будут у нас метаться. Ну, предположим. Так, а я разве не то же самое делаю? Я беру шарик и бросаю его. Что не так-то еще? Ага, вот мы его подбили. Типа, неплохо. Теперь попробую, говорит, подальше, да? Из-за препятствия. Как бы это сделать? Наверное, вот так вот. Ой! Погоди секунду. А как здесь действительно сделать? Ну-ка. Ага, вот таким вот образом. Теперь нам показывают, что я могу бросить петарду. Надо подождать время. Короче, Том ловит и, по идее, должен... Должен взорваться. Ну-ка. Лови. Шикарно. Так, а здесь-то что? Это лед? Прям в голову ему, да? Понятно. Ну давай это я, наверное, смогу сделать. Прям в голову ему. Опс. Не попал. На тебе. Отлично. По-моему, все на этом обучении за... Нет? Так, а зачем здесь? Не понял. Ага.
То есть здесь у нас с тобой шарик, мы можем его дропнуть и пойти кушать, да? Да, съедает он моментально. Ну что же, здесь нас обучили, как мы можем атаковать Тома. Ну что, давай следующее пройдем с тобой обучение. Так, получили 50 очков на прокачку перков. Дальше у нас идет спасение. Давай посмотрим. Так, ты опять здесь, а? Значит что, мы должны с тобой запрыгнуть. Типа кушаем. Наелись от души. И тут появился, понятно, Том. На тебе. Получил он по голове. Что дальше? Что дальше? А, мы лечим нашего мышонка. Понял, друзья мои, мы можем лечить своих напарников. То есть мы как бы кота огрели. Он выпустил мышку. И мы с тобой эту мышку подлечили. Понятно. Давай смотреть, что дальше у нас будет. За обучение. Спидран. Ну давай, побегаем. Так, здесь-то у нас что? Бежать, просто бежать, да? Окей. Ну хватит, хватит. Можно было бы, конечно, наверное, обучение за кадром пройти, да, друзья мои? Так, что нам нужно? Ну зайти сюда. А, мы оказались в доме, ладно. Так, теперь сюда. Упал. Фу ты, я уже думал, меня сейчас там поймает. Так, надо аккуратненько все это делать. Так. Сюда. Бежим, бежим, бежим. Сломя голову. Куда нам нужно? Кровать. И что нам делать на кровати? Кто это там спит? А, это... Батарея. Так, наверх, что ли? Я, наверное, не туда тележку кинул, да? Или туда? Я немножко не могу сейчас понять, что надо сделать. Написано, что-то сделать наверху. Так, я могу закрывать двери за собой. Ой, подожди ты. Открой. Так, а что мне здесь наверху-то делать? Я не могу понять. Ну вот, я наверху и... Сюда... Блин, как же он высоко прыгает-то, а? Да ну серьезно, что ли? О, смотри-ка, я могу, оказывается, вот здесь вот очень высоко подпрыгивать. Типа на матрасике, да? А, вот здесь можно еще было подпрыгнуть. Так, ладно, идем сюда. Что-то я не то сделал опять. Блин, так карта, можно ее как-то убрать? Она очень много места занимает. Ну вот, я здесь. Так, дальше мы с тобой идем еще ниже. Перепрыгиваем. Давай еще. Опа. По водичке мы с тобой так неплохо скользим. А, ну я так понимаю, ребята, это просто показывает мне, куда мы можем и как бегать. Какие у нас есть возможности, куда убежать. Скорее всего, они именно это мне хотят показать. Ладушки, давай, бежим. Так, отсюда куда? Наверх. Опачки. Опа, как сайгак. Ага, теперь сюда. Еще дальше. Идем в подвал, получается, да, с тобой? Погодь, а... Погоди-ка. А как я здесь-то должен? Так, наверное, вот сюда. Потом сюда. Короче, сам выбираешь себе путь, какой тебе удобнее. Когда же закончится-то эта беготня? Зайти сюда, вовнутрь. Окей. Да, ребята. А почему файлит? Почему, друзья мои, я сфейлился, а? Честно говоря, я не понял. Слушай, можно пропустить это все дело и начать уже играть. М? Давай-ка, наверное, попробуем с тобой. Тут у нас почта есть. Что у нас там на почте? Опа. Забираем все. Все, что нам дают, друзья мои, надо забирать. Так.
Пререгистрация. Ну давай, давай. Новый скин я получил. Ты видел, да? Так, тренировка, классика, паркур. Что такое паркур? Просто бежать, сломя голову? Или что? Сейчас посмотрим. Угу. Выбираем, видимо, персонажа. Ну, давай возьмем короля. Король Джерри. И что мы должны с тобой сделать? Паркур, бежать. По идее, да? Так, секунду, и что? Прыгаем. Ой, вот оно что. Подожди-ка, мы должны хавать, хавать. Куда ты? Фу, успел, магнит. Так, а это что такое? Это ловушки какие-то или что? Давай, родной, беги. Том нас ни за что с тобой не догонит. Никогда в жизни. Чешем. Так, вилку взял. А зачем мне вилка? Непонятно, что мы с тобой этой вилкой. Оу! Вот это мне нравится. Эть! Двойной прыжок. Оу, мышеловка, друзья мои, я не знал. Ах ты, Том, ах ты, гаденыш. И смеется еще надо мной. Но все равно, ребята, мы неплохо с вами прибежали. Давай, мы получаем что с тобой? 42 сыра. Так, а если я возьму, например... я не могу поменять, что ли, да? Другого мышонка. В плане. Меня сразу отправили в игру. Ну что же, погнали. Воу. То есть я сразу полпути пролетел. И мне это нравится. Так, мне главное, друзья мои, не попасть в ловушку, как в тот раз. Наступил. Да, и... Тихо. Вот где-то крылышки есть. Слушай, а мы, скорее всего, с тобой сейчас пробежим полностью. Блин, он не отстает от меня. Вилка. Да, друзья мои. Воу, смотри, мы стали супер. Теперь что? Правильно, давай его этими вилками колбасить. Что это? На тебе петардой. В лоб. Так, и мы дальше убегаем, друзья мои. Тихо, тихо, тихо. Вот тебе, ребята, и... Оу. Так, а у меня есть лед, а почему? Друзья мои, я понял. Я когда бежал с кусочком льда, мне нужно было этот лед выкинуть в Тома. А я бежал с ним и сам заморозился. Вот она, беда бедовая. Так, ладно, давай еще разочек. 10% к сыру и 50% к скорости. Ладно, ну, мне понравился паркур. Довольно неплохо. Но хотелось бы в основную кампанию сыграть. Давай, наверное, сейчас пробежим с тобой разочек и пойдем уже в другой режим поиграем. Так, бежим. Давай сразу потратим с тобой сыр. Так. Опачки. Вилка, видишь, у меня есть вилка. Я могу ведь... Да что ты, блин, надо сюда кнопку ставить, ребята. Это не дело, понимаешь, вот этой мышкой вазюка здесь, это полная фигня. Понимаешь, лучше всего, когда у тебя есть на кнопках вот этот прыжок, тот же самый бросок и так далее. Ладно, все, я могу отсюда уйти? Могу. Так, давайте мне какой-нибудь другой режим. Я хочу в классику поиграть. Есть еще на ранге. Так, давай возьмем Джерри. Так, в плане. А, вот оно как. То есть мы вчетвером будем играть? Серьезно? Слушай, друзья мои, так это прикольно. Мы... Так, подожди, даже не вчетвером. Нет, вчетвером. Да, вот это я. Я принимаю. Короче, мы вчетвером против Джерри. То есть против Тома. Так, все готовы, типа, да? Это же я? Так, я могу что-то сделать, что ли, или как? А, поменять. Ну, например, а что свисток? Я, ребят, обучение-то не все прошел. Пожадничал обучение пройти. Тут, кстати, можно по микрофону общаться даже. Ну, короче, я, наверное, готов. Все, поехали.
То есть все нормально одеты, кроме меня и кроме еще там одного крайнего. Ну, давай посмотрим, как это вообще будет все выглядеть. Это знаешь, как... Этот, помнишь, игра-то есть? Где убийцы-то бегают за выжившими. Вот что-то типа того, только здесь будет Том бегать за нами. Фух. Ну, на самом деле, это будет очень прикольно, если... Это, как говорится, все пойдет, дело. То, я думаю, мы в этой игре с вами зависнем надолго. Если будут разные режимы, разные приколюхи, плюс тут еще есть прокачка. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как Том будет ловить нас всех. То есть он может поймать, привязать к петарде, но ты можешь прийти и спасти своего же напарничка, так ведь? Бросить там в него что-то, еще подлечить можно. В общем, задумка довольно неплохая. Так, ну что, 100%? Ну что, Джерри, давай, все, хватит тут выпендриваться. Я понимаю, что ты тут появился. Начинать игру-то мы будем или нет? Да, добро пожаловать, говорят нам. Что мне делать? Так. Что-то все отправляют мышек на разведку. Так, я нашел. Ребят, я нашел сыр. Или бутерброд. Так, на улице, наверное, здесь ничего нету. Да? Не, вообще ничего нету, поэтому... Воу, там уже кто-то потащил. Кто-то несет, ребята, этот. Надеюсь, это не Том. А как это можно увидеть? Кто несет в данный момент? А, Том появился. Вон, смотри, Том бежит. Давай-ка быстро глянем. Где же там этот? Он где-то вот здесь вот. Слушай, я не могу понять, где он? А, вот. А что, мышки тоже? Ну, конечно, можно, ребята. Конечно же, можно. Так, мы получили почему-то все по уровню. То есть, это был один кусочек, да? Один кусочек, который мы с тобой стырили. Так, что? Все уже стали сами? Ладно, я тоже выйду. Побежал. Так, я вижу сыр. Том, ребята, вон он. Если что, у меня есть молоточки. Я могу молоточком. Я не могу понять, где я. Фиолетовым, да, цветом отображаюсь? Походу, да. Так, мне нужно подняться выше. Нет, не выше, ребята. Это все дело происходит здесь. Где этот Том? На! Сейчас за мной побежит. Ах ты! Ребята, спасайте! Спасайте, кто может. Где он там? Мы его дурим. Так, один кусок уже потащил там, я смотрю. Так, сейчас я попробую все-таки стырить. Где этот кусочек? Я что-то не увидел, ребят, наступил на какую-то штуку. Давай. Да что такое-то? Ты давай. А-а-а, Том рядом. Убегай. Потому что колтушка у меня еще не откатилась. Не, что захотел, конечно. Там, надеюсь, таскать. Тащи, я тебе помогу сейчас, парень. Ну, опа. Хорошо, что он не поймал нас. Так, оп. Да, конечно. Опачки, я его обманул, друзья. Да. А, я на стаканах битых, на осколки, короче, ребята. Так, я могу открыть. И что? Взять, а, тарелку. Так, мы с этим куском все-таки с тобой разберемся. С этим куском мы с тобой... Давай, вдвоем вот так вот будет побыстрее. И есть контакт, друзья мои. Так, мы видим еще с тобой сыр. А вон там, побежали к нему. Этот Том везде. Чух. Слушай, а может быть подкрепимся? Эй, дружище. Не хочет. Не хочет он подкрепляться. Он бежит. А где сыр-то? Так, ну-ка на... Подожди, это я? Я ведро упал, ё-моё. Да беги ты. Он не отстает, друзья, он не отстает. Да что ж ты будешь делать? Есть контакт, друзья мои, я от него далеко убежал. Дудки тебе, парень. Ать, я обратно. Так, сыр, у меня мало... Да он не отцепляется, друзья. Так, правильно, по ногам ему. По ногам. Уйди. Отцепись, говорю, блин.
Эти, я немножко не долетел. Вот так вот. Убегаем. Куда вы бежите с сыром? Он там находится. Так, я могу молоточком же ему дать. Бедный Том, давай, побежали. Побежали, говорю. А что, сюда нельзя, что ли? Нам нужна новая норка, да? Которую... Ну куда ты бежишь-то, блин? Ребята, он уже сзади. Так, я могу кувалочкой. Блин, промахнулся. Друзья мои, он украл, он схватил мышку одну. Давайте спасать. А куда он убежал? Он бежит вниз, он бежит в подвал. Ну, я помочь должен, ребят. Я обязан помочь. Чего? Что? Это что такое? А что тут сделать надо? Подожди, а что надо сделать? Я не пойму, сейчас тут взрыв, по-моему, будет офигенный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, уходим. Друзья мои, меня, по-моему, сейчас либо поймают, либо еще что-нибудь. Уходим, говорю. Почему-то у меня головокружение. Что произошло? Я проиграл. Друзья мои, я проиграл. Я еле-еле ползу, если меня кто-нибудь оживет. Может, меня подлечить надо? Потому что здоровья-то у меня нету. Подлечите, пожалуйста, ребят. Блин, а мне нельзя тут. Они, конечно, воюют тут с Томом. Блин, этот за мной охотится. Они воюют с Томом, конечно, я ничего не говорю. Но у меня здоровье на один удар. Может быть, мне можно... Что происходит? Майки выиграл. А почему только он? А почему я не выиграл? Ну, я, ребята, как старался, мог. Я вот одного не понял, что там было за взрывчатка. По очкам я... Я самый слабенький по очкам. Но все равно, ребята, ну, мне понравилось, прикольно. Смотри-ка, я S в плюсе. Мне даже какой-то билетик дали. Или это не мне дали? Да нет, мне, я же меньше всех очков получил, поэтому билетик получил я. Так, и что у нас здесь? Так, аккаунт наш подрастает по опыту, да? Тут всякого-всякого-всякого. Вернуться в лобби. Ну, давай вернемся в лобби. Слушай, ну, мне понравилось, прикольно. Бедному, конечно, Тому. О, я получил третий уровень. Так. Ух ты. Квест. И что же там в этом квесте? Какой-то билетик, ребята. Оу. Типа мы отправляемся за покупками. Можно взять. Так, принимаем. 250 энергии. Так, а энергия это для чего она там нужна? А здесь еще 250 энергии, да? Она куда-то нужна, ребята. Так, это взято-взято. Ага, это ежедневки, а это еженедельные. Третья неделя. Так, ну понятно, в общем, я здесь что мог, что получил. Так, зайдем с тобой в магазин, глянем. Так, монет у меня... О, хватает, я могу, например... Или это я получил только что? Что происходит, ё-моё, блин, у меня нету гемов. Один гем, я могу взять себе сырные токены. А где их копить? Где их получать, эти вот сырные токены? Объясни-ка мне. Воу. Даже так? То есть это самый первый магазин, в котором я ни шиша не могу купить. А нет, смотри-ка, я получил награду. Так, ты хочешь потратить... Ага, свои монеты на перки. Ну, предположим, хочу. Так у меня все равно ничего не хватает. Так, здесь я взял. Я же получил третий уровень, да? Но почему-то, смотри. Предположим, здесь я могу что-то взять? Блин, немного... Вот была бы она по-русскому, вообще бы все зашибись было бы. Апгрейд. А, до 11 уровня надо улучшиться, да? Только после этого я смогу здесь, ребят, что-то делать. Так. А на третьем уровне можно? Вот так вот. А, 200. 200 гемов. Понял. Хорошо, я могу отсюда уйти? Могу. Все, ребят, я немножко не понимаю. Я уже потом за кадром поразбираюсь с этим. Давай, наверное, с тобой еще сыграем. Тут можно на ранге, но это
по определенным дням или по определенному времени. Так, давай еще раз классику. Мне понравилось в классике. Так, буду играть я за мышонка. И за Тома, мне кажется, очень сложно. Так, выбираем. За утенка, я так понимаю. Почему утенок, почему не мышонок? Короче, в плане, погоди, это... Что это происходит? За нами будет охотиться Том. Вместе с нашими Томами. И два утенка. Или три Тома против... Я что-то не могу понять. Так, ладно, соглашаемся, короче, ребята, и пойдем. А как это будет все выглядеть-то? Там, видимо, какой-то баг, ребята, был, да? Вот. Мышата, конечно, мышата. Зачем? Так, я готов. А, тут можно было бы перки поменять. Вот оно что. Такой довольный Том. Типа, сейчас вы у меня допрыгаетесь. Ну, может быть. В том, в той игре мы с тобой победили. Ну, мы победили командой. Так, мы два обжорки. И здесь сыщик и... Этот, как его? Как их звали-то раньше? Мушкетер, да. Джерри Мушкетер, а этот все с своими ловушками там. Я, кстати, не видел, чтобы он там применял что-то. Так, это я не знаю, ребят, почему именно показывают этого мышонка. Так, я думаю, что разведку, наверное, здесь не обязательно делать. Можно сразу пойти. А, нет, как ни крути, приходится, ребята, это как, ну, положено делать. Ну что ж, давай. Подожди, а почему у меня... Почему у меня перестали кнопки работать? Эй! Не, ну так, друзья мои, дело не пойдет. У меня перестали работать кнопки.